Всем привет! Это видео о том, как обрезать видеоролик в домашних условиях на ПК или ноутбуке. Рассмотрим встроенные Windows инструменты, бесплатные программы и онлайн инструменты для обрезки видео. В дальнейшем в одном из следующих видео я расскажу о способах обрезать видео прямиком на смартфоне или планшете. Поехали! Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Конечно же, если говорить о необходимости монтажа видеоролика, добавления в него видеоэффектов или наложения звука, то без использования сложных профессиональных и дорогостоящих инструментов никак не обойтись. К таким можно отнести Adobe Premiere Pro, Sony Vegas Pro, Pinnacle Studio, Movavi Video Editor и прочие. Если же вам нужно просто вырезать фрагмент видео для отправки в мессенджере или чтобы выложить в социальных сетях, то для этого можно использовать более простые способы. О них и поговорим. Windows 10, начиная со сборки Fall Creators Update в версии 17.09, можно обрезать видео с помощью встроенных инструментов – кино и ТВ или фотографии. Очень удобный способ, если вы не хотите устанавливать сторонние приложения, нет необходимости изменять качество видео, его разрешение или другие опции. Давайте рассмотрим оба способа. Чтобы обрезать видео с помощью инструмента фотографии, откройте нужный видеоролик с его помощью. Для этого перейдите в папку, где он хранится. Кликните по нем правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню «Открыть с помощью фотографии». Во время воспроизведения видео в правой верхней части окна инструмента станет доступным меню. Если его не будет видно, просто кликните по воспроизводимому видео левой кнопкой мыши, и пункты меню появятся. Чтобы обрезать видео, выберите «Изменить и создать», «Обрезать». В инструменте «Обрезать» недоступны никакие настройки. Просто выберите желаемый момент видеоролика, переместив курсоры в виде белых кружков в начале и в конце видео. И нажмите кнопку «Воспроизведение» для просмотра выбранного отрезка. Нажмите «Сохранить копию», и выделенный отрезок видео сохранится в отдельный файл. В зависимости от размера видео это может занять какое-то время. Дождитесь окончания сохранения, и в папке исходного файла для обрезки появится обрезанный файл с названием исходного. Плюс приписка «Trim» – это и будет вырезанный только что фрагмент видео. Чтобы обрезать видео с помощью инструмента «Кино и ТВ», откройте нужный видеоролик с его помощью. Для этого перейдите в папку, где он хранится, кликните по нем правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню «Открыть с помощью «Кино и ТВ». Во время воспроизведения видео нажмите иконку «Редактировать» в виде карандаша в правой нижней части окна инструмента. Выберите пункт «Обрезка». В результате данный видеоролик откроется в приложении «Фотографии», и вы сможете обрезать его таким же способом, как и в приложении «Фотографии». Если вы используете версию Windows 10 до Fall Creators Update или вообще Windows 8 или 7, но у вас есть доступ к интернету, то обрезать видео можно также с помощью одного из многих бесплатных специализированных онлайн-инструментов. Давайте рассмотрим несколько. Онлайн видеокаттер. Если нужно обрезать видеофайл размером до 500 МБ, то для этого идеально подойдет онлайн видеокаттер. Ссылку на него оставляю в описании. Инструмент бесплатный и поддерживает все популярные форматы видео. Кроме обрезки видео с компьютера, доступна возможность загрузить его с Google Drive или обрезать его, выгрузив по URL, по прямой ссылке на видеофайл, которая заканчивается расширением файла. Онлайн видеокаттер очень прост в использовании. Нажмите кнопку «Открыть файл» и загрузите его в онлайн-приложение. Установите стрелки курсоров синего цвета на желаемое начало ролика и его окончание. Предварительно просмотрите вырезаемую часть видео, нажав зеленую кнопку воспроизведения. Установите качество и формат, в котором хотите сохранить вырезанный из ролика фрагмент, после чего нажмите кнопку «Обрезать». Инструмент обрежет и предложит скачать вырезанный эпизод.
сохраните его в удобное место. YouTube. YouTube Video Editor – это бесплатный онлайн-видеоредактор, который позволяет объединять клипы для создания нового видео, обрезать и вырезать видеоклипы до требуемой длины, добавлять музыку и эффекты в ваши видео и делиться видео на YouTube одним щелчком мыши. У сервиса есть два недостатка – запутанный интерфейс и серьезный подход к защите контента правообладателей. Чтобы обрезать видео с помощью YouTube, у вас должен быть создан в нем свой аккаунт. Загрузите в него видеоролик, который необходимо обрезать, нажав иконку в виде видеокамеры со знаком «плюс». Выберите его у себя на компьютере и загрузите в YouTube. Публиковать его не обязательно. Вы можете ограничить доступ к видео, и оно будет доступно только вам. После этого перейдите к уже загруженному видеоролику и выберите под ним «Изменить видео». Откроется творческая студия YouTube. Перейдите в ней в меню «Редактор», «Обрезать». Выделите участок видео, который необходимо вырезать, передвигая рамки синего цвета. После чего нажмите кнопку «Просмотреть», «Сохранить». YouTube сообщит, что обработка может занять некоторое время. Дождавшись завершения, скачайте видео. Для этого нужно перейти к вашим видео, выбрать меню «Действия» напротив измененного ролика и нажать «Сохранить». Конечно же, онлайн-инструментов подобного рода большое разнообразие, но рассматривать их все я не вижу смысла, так как принцип их работы очень схож. Ссылки на еще несколько я оставлю в описании. Если же перед вами стоит более сложная задача и просто обрезать видео вам недостаточно, то для этого можно использовать программу «Видеоредактор». Программы-видеоредакторы зачастую дорогостоящие и очень сложные программы, и начинающему пользователю их освоить может быть не под силу. Поэтому здесь мы рассмотрим несколько самых простых и бесплатных вариантов, возможно, с несколько ограниченным функционалом, но понятных для неопытного пользователя. OpenShot Video Editor. OpenShot Video Editor – это очень простой кроссплатформенный видеоредактор с открытым кодом. Но несмотря на свою простоту и бесплатность, обладает функциями, используя которые можно отредактировать видео и добавить в него эффекты. Интерфейс программы интуитивен и прост. Чтобы обрезать видео с помощью OpenShot Video Editor, запустите приложение и импортируйте в него видеоролик, который необходимо отредактировать. Для этого нажмите кнопку в виде зеленого плюса в верхнем меню. После импорта видео в программу, оно появится в окне «Файлы проекта». Зацепите его левой кнопкой мыши и перетащите на видеодорожку с временной шкалой. Определите границы обрезки. Нажмите иконку в виде ножниц в меню видеодорожки и вырежьте желаемый участок. Удалите ненужные участки и экспортируйте обрезанный ролик, перейдя в меню «Файл», «Экспортировать видео». Укажите папку для экспорта обрезанного видео, а также желаемый формат, профиль и качество. И нажмите «Экспортировать видео». Очень просто. Ссылка на официальный сайт инструмента будет в описании. Видеоредактор VideoPad. Еще один интуитивно понятный и простой в использовании видеоредактор VideoPad – это полноценный редактор для создания видео в считанные минуты. Версия этого видеоредактора для некоммерческого использования доступна бесплатно. Итак, запустите VideoPad и откройте видеоролик, который необходимо обрезать. Для этого нажмите кнопку «Открыть». После открытия видеопрограммы перетащите его мыши в шкалу времени из окна «Видеофайлы». Кликните в месте временной шкалы, на котором необходимо обрезать видео, и программа предложит вам инструмент разделения видео. Кликните иконку в виде ножниц, и в этом месте будет сделан срез. Обрежьте ролик в желаемых местах, выделите мышей и удалите ненужные части ролика, и экспортируйте обрезанный ролик в новый видеофайл. Для этого нажмите кнопку главного меню «Экспортировать видео», «Видеофайл». Укажите имя и формат файла, установите желаемое качество и папку для его сохранения и нажмите кнопку «Создать». Ссылка на официальный сайт инструмента будет в описании. Бесплатных видеоредакторов много. Это и Shotcut, HitFilm Express, Lightworks, VSDC Free Video Editor, IVS Edits и так далее. Но эти самые простые.
На этом все. Если у вас возникнут вопросы по описанным видеоинструментам, то задавайте их в комментариях. Я обязательно на них отвечу. Ставьте под видео лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.